Главный редактор медицинского журнала «Lancet» призывает объявить 4 апреля Международным днем памяти жертв COVID-19. В день национального траура по погибших от коронавирусной пневмонии в Китае Ричард Хортон обратился к мировой общественности отметить сегодняшний день как глобальный день скорби, признания и уважения. Журнал «Lancet» является одним из наиболее активных издателей статей международных исследователей, в том числе работ китайских ученых о коронавирусе.